На другу поле. Номер Сева Мунев. Остальные. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Так, ну вот мы с Олей приехали в посольство американское. Она уже там стоит в очереди. Их будут вызывать по несколько человек. Мы машину припарковали. Теперь пойдем тихонько с ней, постоим в очереди. Пойдем дорогу перейдем. Оля. Рано мы приехали. Надо еще ждать. Все, теперь ради. Ура! Оля едет в Америку! Ура! Молодец! Ура! Молодец! Мы радуемся! Your visa is approved! Ура! Мені ура! Нічого не чути було. Він так тихо балакає, і воно ж віконечко застеклилося. Я нічого не... Він... Да, ну а что не про... Просто сильнее можно застежку сильнее затягивать. Тогда они будут плотнее. Давай. Давай, быстрее, потому что нас Оля с Гришей ждут. Гриша спит. Сильнее тяни. Вот так. Еще. Молодец. Ну как, так лучше? Это ж Радомира, папа. Встречаетесь? Ну, виделись, конечно. Мы знаем, кто мы. Он знает, что я твоя мама, а я знаю, что он папа Радомира. Вот поэтому и здрасте. Как день прошел, Коль? Отлично. Хорошо. Ездили, она документы подавала, ей дали разрешение ехать в Америку. И мы теперь все будем радоваться. Гринька спит, иди тихонечко садись. Эмоция, посадка. Слухай. А вот тут сразу первая колія, тут. 13-та тут сама первая. Все, провожаем Олю на Харьков. Не, первая 14-я, получается 13-я, 12-я наступная. Я там сейчас... Украина, номер 5. Он він стоїть. Сполучення Москва-Київ буде прийнято на 8-му колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Поїзд Україна, номер 5. Сообщение Москва-Киев будет принят на 8-й пункт. Нумерация вагона начинается с главной стороны вокзала. 6. Will arrive on the track number 12. Да, конечно, 6.45. Рановато как. На другом поле. Номер Сева Мунев. Все, посадила я Олю на поезд. Она едет в Харьков, она учится в Харькове. Вот. И, ну, пару слов, так как мы ничего толком не рассказали. Оля едет по программе Work and Travel и будет работать там на озере Мичиган в курортное время, в курортном городке, в гостинице, в прачечной. Вот, вообще я ее агитирую завести свой канал на YouTube для того, чтобы она нам всем своим родным каждый день передавала привет и вела влоги. Параллельно, возможно, невозможно, я уверена, это будет интересно многим послушать, посмотреть, и особенно тем детям, молодым людям, которые хотели бы тоже повторить ее опыт. Вот. Вообще она у нас большая молодец, это моя двоюродная сестра, ей 18 лет, и она
принципе, сама организовала, родители ее поддержали, дали ей на это все дело денег, потому что денег прилично. Получается, большую часть из того, что она заработает, это будут те деньги, которые она потратила. То есть она будет 3 месяца работать и, наверное, только за месяц то, что она заработает, там, не знаю, 1500 долларов или 2, вот это то, что она сможет потратить на путешествие. Вот и, возможно, путешествовать она сможет последние 2 недели своего там пребывания. Планы грандиозные. В общем, что еще про Олю хочу сказать? Я вообще ей горжусь, она такая молодец. И я за нее рада. И она еще в школе решила, что она это сделает. И вот сейчас, после первого курса, она это делает. Вчера она получила визу в американском посольстве. И едет. Ну что, счастливого ей пути. Конечно, это будет еще в мае. До мая ей нужно экстерном сдать экзамены. Она учится очень хорошо. Изучает иностранные языки в ХАИ. Поэтому можно ей пожелать удачи. В общем, далее будет. Дальше будет интересно. 7:30. Машин мало. Мы вообще доехали до вокзала за 5 минут, за 10 минут. Вообще машин не было, светофоры все были зеленые. Сейчас уже немножко больше машин. Но все равно сейчас без проблем доеду до дома. А там уже надо всех поднимать, будить, кормить завтраками, идти в школу, идти в садик. В общем, день, вторник начинается. Добро пожаловать на канал нашей семейки. Oh, my God.